Хорошо. Всем говорю доброе утро. Второй год подряд Субботея собирает друзей. И что это будет за действо, мы с вами все сейчас увидим, услышим, проговорим. И от лица организаторов, то есть потому что второй год подряд, ну, шестой класс, мы в прошлом году были пятиклассниками, нынче мы шестиклассники, седьмой Б, соответственно, тоже стал на год старше, мы вновь собираем друзей. И от себя лично я хочу сказать, вы даже не представляете, какие вы искренне молодые, красивые на сцене. Поэтому мы говорим огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем празднике, в нашем фестивале. И мы не профессиональные актеры, мы всего лишь ученики. И если вдруг мы что-то забудем, споткнемся, вы нас, пожалуйста, поддержите аплодисментами. Спасибо. Каждому человеку хочется
что сегодня в этот зимний, первый, наконец, зимний морозный день мы здесь все собрались, все вместе, вот по этому хорошему делу. И, наверное, кто-то должен сказать, живи проект, потому что он действительно человеческий, он важный для нас всех, важен для семей и важен для гимназии. Поэтому сегодня от лица всей нашей гимназии я говорю, живи проект. На сцене реальное действие вершится. Оно – результат ежедневных стараний, итог напряженных трудов, репетиций, актерских идей, режиссерских исканий. И сумрачный класс режиссера, не верясь, единственной целью всегда раздается, чтобы зритель, войдя в театральные двери, поверил во все, что увидеть придется. Приветствуем участников городского фестиваля семейных театров «Суватея». Театральный коллектив 1-го Б-класса, классный руководитель Пущина Светлана Анатольевна. Спектакль «Просто серая кошка» Натальи Абрамцевой, театрального коллектива 2-го В-класса, классный руководитель Логинова Елена Венедиктовна. Театральный коллектив 2-го В-класса, спектакль «Вот как это было» по книге Юрия Германа, классный руководитель Власти Елена Александровна. «Что едят дети» Эдуарда Успенского представил театральный коллектив 3-го А-класса. Классный руководитель Пехотина Наталья Владимировна. Рождественская зарисовка 3-го Б-класса. Классный руководитель Михайлова Лариса Николаевна. Театральный коллектив 4-го В-класса со спектаклем «Большая морковка» Джани Радари. Классный руководитель Коровина Татьяна Ивановна. Классный коллектив 5-го В-класса, классный руководитель Кустова Ольга Афанасьевна, и спектакль «Место на сцене» Ивана Семенова, два друга. Разноцветная семейка Эдуарда Успенского, театральный коллектив 6-го В-класса, классный руководитель Георгий Леонидович. Театральный коллектив 7-го В-класса со спектаклем «Время всегда хорошее» Андрея Шмалевского и Евгений Пастернак. Классный руководитель Кухонкова Марина Викторовна. Жюри, пред вами предстаем, себя на суд мы отдаем. Ступени, сцена, микрофон и выступление, поклон. Все это было много раз, так сложно удивить всех вас. Оценила нас очень серьезная и авторитетная жюри. Вера Васильевна Спиридонова, почетный работник общего образования, режиссер, руководитель Новосадского театра «Вера». Ирина Владимировна Максимова, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов. А вот Ирина Владимировна мы должны увидеть и пригласить в первый ряд. Проходите, пожалуйста. Общественное самоуправление «Сибирский». Председатель жюри Лариса Анатольевна Тингаева, руководитель Центра социальных технологий «Согласия». Шедевры на сцене рождаются в муках. Ведь нужно суметь увязать воедино костюм, реквизит с освещением звуков, явления, действия, акты, картины. Торжественную церемонию награждения участников фестиваля семейных театров «Суватея» начинает коллектив 4-го В-класса со спектаклем «Большая морковка». Я не могу.
Я думаю, будет всем
если награждение будет проходить на фоне этого нашего правления. Ирина Владимировна, вам слово. Здравствуйте, дорогие участники фестиваля. Для меня большая честь оценить вашу работу. Я с удовольствием посмотрела все представленные вами работы, ваше творчество. Что я увидела? Я увидела, что ваш фестиваль делится, ну, скажем так, на две ветви. С одной стороны, это сценические постановки, такие, как вы сейчас видели. Здесь место действия вот в одном месте. Вы видите, да? Единство времени места. Все происходит здесь. И были представлены телефильмы. И там действие происходит в разных местах. И эти фильмы смонтированы, то есть там присутствует монтаж. И, собственно, это уже не является спектаклями в том виде, в котором мы принимаем спектакль. И, на мой взгляд, это телефильмы. Таких фильмов три. И остальные спектакли. И мне кажется, что ваш фестиваль разрастается. Мне кажется, что можно предложить на будущее сделать такой фестиваль искусств, где будут представлены, скажем так, телевизионные фильмы. Могут быть, возможно, документальные фильмы, а может быть, это будут художественные фильмы, а может быть, телевизионные фильмы какие-то. И спектакли как таковые. Потому как если мы возьмем спектакль по Герману, вы называете спектаклем. То есть мы его возьмем, принесем на сценическую площадку, я думаю, что многое эта работа потеряет. Потому что там у вас есть войнушка, которая происходит на улице, потом у вас там лосочка и так далее. То есть, да, и Иван Семенов тоже смонтировано было из разных предметов. Кто действует в коридоре, кто в классе, потом еще закрылось и так далее. То есть вот, мне кажется, что вы можете разделить свой фестиваль на два полноценных каких-то направления. Наш фестиваль семейных театров, и поэтому мы приглашаем сюда на сцену для вручения благодарственных писем семьям, выражаем искреннюю благодарность семье, сейчас назову фамилии, за участие в городском фестивале семейных театров «Субботея» в рамках реализации проекта «Город – это мы». Фестиваль семейных театров «Субботея» – это способ сплочения семьи, а участие в семейных фестивалях, праздниках является источником счастья и силы семьи. И поэтому мы приглашаем семью Плотниковых, пожалуйста, семья Селедковых, семья Кожаных. Как-то вы хлопаете негромко. Большое вам.
вам спасибо. Присаживайтесь. А мы продолжаем. Ирина Владимировна, я приглашаю вас отдохнуть. Не наявлено, а я приглашаю вас вручить. Пожалуйста. Анита, вы нам сейчас поможете провести церемонию награждения еще одного театрального коллектива. Начинайте, пожалуйста. Победителем номинации «Лучшее воплощение идеи фестиваля» становится театральный коллектив 3-го Б-класса со спектаклем «Рождественская зарисовка». наш приз, диплом, то, что вы
Ну и, конечно же, всему театральному коллективу взрослым и детям наши сувениры. Спасибо. Присаживаемся. Thank you.
Очень немножко крутится, крутится.
тут Алексей Павлович заторопился из больницы выходить, а главный доктор перед ним стоит, он в боки и не пускает его. Вы для меня не военный летчик, а больной с карантиной. Алексей Павлович смутился, попросил прощения, и они пожали друг другу руки. И Алексей Павлович заговорил: напали на вас фашисты сегодня ночью, и на многие города уже бомбы сбросили. Они сразу хотят нас запугать, но не будет этого. Правильно я говорю? Правильно! Война началась, а у нас все по-прежнему в больнице. Лежим себе, лекарства глотаем, кому сладкие, кому горькие. А после ужина мы с моим соседом Колей решили уходить на помощь. В дорогу мы себе начали откладывать продукты. Как все заснут, мы давай шептаться. Давай танкистам придем. Нет, летчикам. Летчикам не возьмут. У них аэродрома часовые ходят. А у танкистов приходят, танки просто присутствуют. А если были летчики, тогда аж лучше артиллеристам. У них вот такие ручки. Вот так мы говорили, и вдруг все время забыл. Я только говорю, это учебная тревога. А Алексей Павлович говорит, что это не учебная тревога. Тут все и началось. Нянечки бегают. Всех нас в подвал повели. И говорят, от всех номер 3 для скорбанцов. Поэтому коридору не ходи, он легко включал. Я заснул вдруг, а когда проснулся, была другая. Я ногой шевельнул, и как забою, фашисты нашу детскую больницу бомбу с самолета сбросили. Я спрашиваю, где же все остальные? И вдруг он за голову схватился и заговорил: никогда вам этого не прощу! Никогда не прощу! Ранили-то меня серьезно. На перевязках только кряхтел. А чтобы плакать, этого от меня никто не дождался. Отправился я в школу. Ну и что? Холодно, сыро, темно, руки пёрзли. И все время кушать хочется. Решаешь мне, а сам думаешь, ой бы хлебца покушать. Но учительница нам говорила, бойца на передовой еще хуже, а они не сдаются. Значит, и мы сдаваться не имеем права. И один наш ученик такой стих написал: над Ленинградом нависла блокада, мороз крепчает, на улице ни души. А в это время в школах Ленинграда сидят ученики, стиснув карандаши. Лица опухшие, ноги изябшие, уши отморозли. Но не сдаются ребята, а с ними и их педагоги. Большие молодцы. Спасибо.
вдохновителю, главе Елене Александровне, классному руководителю этого класса. И пока идут фотографии, я называю фамилии семей, которым мы вручаем наши благодарственные письма. Семья Галиевых, семья Филимоновых, семья Драчевых, тоже удивительная семья. Папа Леры Драчева и... А как тебя зовут? И подожди, пожалуйста, пусть посмотрит на тебя. В зале я... объясню, почему это особая семья. Папа играл у младшего ребенка, Лера играла главную роль, а Лера находится сейчас в зале. Лера, помаши рукой. Хорошо, она не будет. Она играла в седьмом классе главную роль, поэтому фестиваль действительно получился семейным. Итак, семья Драчёвы. Папа главную роль. И семья Кузнецовы. Коллективу подарки. Да. Ну что ж, и у нас осталось два театральных коллектива, которых мы должны наградить. Прошу вас, Сергей. Победителем в номинации «Лучшее художественное оформление» становится театральный коллектив 6-го Б-класса со спектаклем «Цветная семейка». Уважаемые 6-й Б, участники, мы просим вас выйти сюда. За, опять же, чуть-чуть об этом классе. Вам нужно встать на фоне звезд. Всего в спектакле принимала участие 24 человека. Мама сегодня, мама ведущая, ведь наш режиссер, они принимают участие в конкурсе научно-исследовательских работ. И вот мы хотим вручить вам благодарственные письма. Семье Альдарвиш. Два брата принимают участие. Семье Нечаевых, самой младшей участницы. Таня, сколько твоей сестренке лет? Почти 3 года. Семья Пашиевых тоже принимали участие. Старшие и младшие. Андрей, твоему брату сколько? Итак, 6 лет. Семья Нарынских. Эту легендарную семью вы уже сегодня слышали о них. И мама представляет. Режиссер этого спектакля, идейный вдохновитель, Шаманина Елена Валерьевна, и мы вручаем семье Шаманина, это они сегодня, возьмите, пожалуйста. Андрей Шаманин ведущий, и он сегодня защищает научную работу. Семья Семеновых, это семья Никита, оператор, а мама, у которой 2 удивительных сына, среди них он еще и спортсмен. Итак, семья Долдобиных. Когда вы будете смотреть этот фильм, вы увидите очаровательную маму-осьминожку. И у мамы-осьминожка Никита. Никита, а сестренке сколько? 5 лет, да? То есть чувствуем, семья. И семья Столбовых. Готовясь к этому фестивалю, Олег вместе с папой, вместе с младшим братом учили стрелять из рогатки. Потому что там была такая фраза. Но какой-то карапуз где-то раздобыл рогатку, и давай стрелять в медуз. Мы с удовольствием... А где наш кубок? Итак, вручаем вас кубок за лучшее оформление. И наши призы всем нашим участникам. Итак, аплодисменты. Я прошу вас, будьте добры, уважаемые. Встаньте на фоне наших звезд. Разверните, пожалуйста. Нишенька. Так. Присяжь. Сажайтесь. Два.
И вот прежде чем мы сейчас назовем и наградим еще один класс, и церемонию награждения проведет Вера Васильевна Спиридонова, человек, который говорила: «Я всю жизнь с ребятами». Это человек, который говорил: «В моем театре играют все, и шепелявые, и толстые, и худые. И если для человека вдруг по какой-то причине в сценарии нет роли, Вера Васильевна всегда говорила: роль будет». Поэтому в ее спектакле играют все. И сейчас Вера Васильевна является действующим, настоящим режиссером православного театра «Вера». Поэтому и там у нее в спектакле играют от 5 до 76 лет. Поэтому приходите. И прежде чем Вера Васильевна будет награждать, уважаемые наши члены жюри, вы, как никто другой, знаете, что такое спектакль, как он рождается, с какими муками, сколько нужно прожить, пережить, сколько энергии вложить в создание спектакля, чтобы он жил на сцене. Поэтому организаторы фестиваля с огромной искренней благодарностью, сердечной благодарностью вручают вам письма. И мы, Вера Васильевна, оргкомитет городского фестиваля, выражаем вам искреннюю благодарность за поддержку социальной инициативы, волонтерскую деятельность, на развитие семейных ценностей, продвижение культуры семейного чтения. И, с другой стороны, есть для вас маленький приз. Благодарственное письмо, а с другой стороны маленький сувенир. Хотите не оставайтесь, пожалуйста. А мы проводим завершающую церемонию награждения. Победителем в номинации «Лучший спектакль фестиваля» становится театральный коллектив 7-го Б-класса со спектаклем «Время всегда хорошее». 7-й Б-класс. Вперед на сцену. Вам сейчас всем нужно будет встать на фоне звезд. В этом спектакле приняли участие 27 человек. Это самый массовый спектакль. В этом спектакле «Время всегда хорошее». Он рассказывает о том, как же живут ребята в 1980-м и в 2000-м году, да? Поэтому они перемещались во времени, они говорили о главном, о чести, о совести. И поэтому представитель театрального коллектива, вы их сфотографировали? Замечательно. Еще нужно будет фотографию, когда они будут с дипломами. Мы вручаем, Настя, помогайте, за лучший спектакль фестиваля. Настя, а диплом тоже не положили? Вдохновителем была Марина Викторовна Фофанова. За всех родителей, за Марину Викторовну, получает благодарственные письма. Семья Глинских. У нас была замечательная бабушка. Семья Кузиковых. И если наш фильм получился, это благодаря папе Аленке, потому что это именно он нам помогал снимать. И семья Кулигиных. Мама Димы. Самый тяжелый кулек. Ну а теперь благодарственные письма показали. Кулек подняли над головой, чтобы было видно, что есть призы. Дима, повернитесь, как избушка. Улыбнулись, помахали рукой, вас снимает не скрытая камера. Спасибо 7-му классу. Присаживайтесь. А мы завершаем.
До свидания.